Яблоко, в нем гораздо приятнее обнаружить целого червяка, чем его половину. Этот Раферти никаких показаний давать не будет. Ну что, Фрэнсис, его показывают уже? Газетчики фотографируют. Миссис Дравна, у меня к вам просьба. Первый же перерыв работы комиссии соедините меня с Джеком Раферти. Да. Я уверен. Раферти поступит так же, как поступали до него многие. Сошлется на пятую поправку Конституции и откажется давать показания. Не забудь отвечать нужно только на вопросы о фамилии и адресе. На вопросы о занятиях отвечать нельзя, иначе... Боже мой, Морт, не лезь со своими советами. Не для того я тебя нанял. Когда понадобится, я сам к тебе обращусь. Ну, я думал. А ты не думай, не ломай голову. Я сам о себе думаю и сам за себя беспокоюсь. Сиди себе и наслаждайся. За 1000 в день, я думаю, можно наслаждаться. Ну, хорошо, Джек, хорошо. Ма! Папу показывают! Не слышу! Папу по телевизору показывают. Отец не хочет, чтобы ты и Эдди смотрели эти заседания. Вчера он опять звонил из Вашингтона и снова сказал, что запрещает вам смотреть эти передачи. Ну перестань, мама. В конце концов, я уже не ребенок и имею право знать. Я только выполняю желание отца. Раферти был чернорабочим, когда я его узнал. Сидел по тюрьмам, его били, пинали. И члены нашего профсоюза, будь они прокляты, знают это. Но Раферти и его друзья, взять хотя бы этого Фричетти. Ну и что? Ну и что? Неужели ты думаешь, можно в белых перчатках драться со штальбрейхерами, полицейскими и хулиганами, которые нанимают наши хозяева? А? Нет, дорогой мой. В драке с мерзавцем, который тебя вот-вот стукнет дубинкой по башке, брошюрками и разговорами ничего не добьешься. О, какой ералаш. Уехали? Да, я отправил их обратно в Нью-Йорк. Хорошо, что уехали. Не завидую я Раферти, особенно после того, что я пережил неделю тому назад. Поиздевалась надо мной эта комиссия. Поиздевалась бы еще больше, если бы ты вздумал отвечать. Смотри, Эймс, Эймс. Дерьмо. Особенно он старался. Вы Фричетти, говорит, бандит, гангстер и вымогатель.
Потом он меня спрашивает, слышишь? Что вы испытывали, когда избивали этого парня из гаража? Но ты-то знаешь, что последние 20 лет я сам никого не избивал. И Эймс это знает. Но я был у него под властью, я ничего не мог ответить. Что верно, то верно. Ответить ты не мог. Как ты думаешь, Фрэнсис, откуда комиссии удалось раздобыть эти материалы? Какое это имеет значение, откуда? Важно, что раздобыли. И тебе трудно будет выпутаться. У меня за спиной Раферти, мне не о чем беспокоиться. А уж с ним комиссия ничего не сможет сделать. Он сухим выйдет из воды. Вот помяни мое слово, через 2 месяца он займет место старика Фарроу. За 2 месяца многое может измениться. А что может произойти? Что? Вопрос о его избрании уже решен. И делегаты съезда, и профсоюзы, все стоят за него. Если Раферти не будет давать показания, ссылаясь на 5-ю поправку, еще неизвестно, как отнесется к этому общественность. Общественность. Вот твоя общественность. Общественность. Объединенная комиссия по расследованию деятельности профессиональных союзов продолжает работу. Свои показания должен дать свидетель Джек Кэрол Раферти. Показания, которые вы сейчас дадите, будут правдой, полной правдой и только правдой. Клянусь. Да поможет вам Бог. Имя и фамилия? Джек Кэрол Раферти. Место жительства? Лос-Анджелес, штат Калифорния. Род занятий? Ну что, ответит? Род занятий. Председатель 702-го Лос-Анджелесского комитета профессионального союза транспортных рабочих. Теперь он обязан давать показания. Он будет председателем союза. Люблю я этого парня. Одновременно я являюсь председателем Западного регионального комитета и 6-м вице-президентом профессионального союза транспортных рабочих. При повторении беспорядка я распоряжусь очистить зал от посторонних. Господин председатель, я прошу разрешения сделать краткое вступительное заявление. Господин сенатор, мне необходимо поконсультироваться с клиентом. Вы адвокат мистера Раферти? Да, сэр. Адвокат. Можете проконсультироваться с клиентом. Джек, слушай, что с тобой? Что ты делаешь? Я знаю, что делаю. Оставь меня в покое. Я знаю, что делаю. Почему же ты меня не предупредил? Я мог подготовить. А я не хотел, чтобы ты готовил. Я не хотел, чтобы кто-то готовился. Ни ты, ни члены комиссии. Да ведь до сих пор все свидетели отказывались давать показания. Сиди, на что ты рассчитываешь? Молчи. Нужно будет, я обращусь к тебе. Я уверен, что пока все это кончится, я не раз обращусь к тебе, и мы еще... Ты дашь мне толковый совет. Ну, удивиться, Сен-Фару. Энн, я же сказала, что отец запретил. Мам, все ребята и девочки только говорят, что об этом расследовании. Ну, должна же я знать, что происходит на самом деле. А вот я ничего не хочу ну, знать. Ну, мамочка, я же знаю об этом Пусти. Только то, что говорят все. Ну, Пусти. Пожалуйста, мамочка, ну... Меня не интересует, Ой. Что говорят все. Отец знает, что делает. Ну, тебе же сказано не смотреть эти передачи. Сказано, сказано. Неужели тебе самой неинтересно узнать, что будет говорить перед комиссией твой собственный супруг? Господин председатель, господа члены комиссии, я хочу сказать несколько слов. Уже 24 года, с тех пор, как я начал работать на бойне в Лос-Анджелесе, я борюсь за права рабочих. Всю жизнь я посвятил этой борьбе и не перестану бороться, пока живу и дышу.
случилось, папа? Ничего. Кто тебя так? Врача бы надо. Вот так. Теперь вашему отцу нужно поспать. А завтра я пришлю сестру сменить повязку. Что случилось, папа? Что случилось? Был митинг безработных. Когда я начал говорить, нагрянула полиция. Ну и мы им дали тоже. У вас под глазом распухло. Ничего, пустяки. А вы его дочь? Да. Я Раферти. Джек Кэрол Раферти. Меня зовут Марта. 13 лет назад, когда меня впервые избрали на пост председателя 702-го Лос-Анджелесского комитета профсоюза транспортных рабочих, у нас насчитывалось около 400 членов, касса была пуста. А сегодня... Сегодня наш комитет объединяет 12 тысяч человек. В кассе более миллиона долларов. Теперь я скажу, какую выгоду я получаю от этой своей деятельности. В полиции уже давно завели на меня досье. Как-то в течение суток меня столько раз арестовывали, что я даже сбился со счета. Я принимал тогда участие в пикетировании одной фирмы в Стоктоне. Нам то и дело приходилось схватываться с гангстерами, которых наняли хозяева. Меня судили за драку, за оскорбление, за незаконное ношение оружия, за пикетирование и по многим другим статьям. Меня неоднократно избивали нанятые фирмами бандиты. Я постоянно выслушиваю угрозы. В мою машину бросали бомбы. Я просто не в состоянии перечислить, сколько раз и из каких городов меня высылали. Я не добивался разрешения прийти сюда. Меня вызвали повесткой. Я не одобряю деятельности вашей комиссии и тактики ваших следователей. Несколько свидетелей, которых комиссия вызвала за последнее время, отказались давать показания, сославшись на пятую поправку. Я знаю, что согласно постановлению Американского профцентра, лица, отказавшиеся давать показания на основании прав, предоставленных пятой поправкой к Конституции, не могут занимать какие-либо посты в профсоюзах. Несмотря на такое решение Федерации, я не осуждаю тех, кто отказался давать показания. Что же касается меня, я готов давать показания и откровенно ответить на все вопросы. Я ни минуты не сомневаюсь, что мне нечего скрывать сейчас, ничего не придется скрывать в дальнейшем. Спасибо за внимание, господа. Уж не сошел ли Раферти с ума? Спокойно, Филипп, спокойно. Мальчик наверняка знает, что делает. Но ты же слышал. Он собирается отвечать на вопросы, хотя тебе, президенту Союза и другим советовал молчать. Я знаю Джека лучше, чем родного сына. И я твердо знаю, он ничего не сделает, что может повредить нашему Союзу или мне. Если он считает, что ему надо говорить, значит, и в самом деле это наилучший выход из положения. Наилучший для кого? Для Раферти. Какой неожиданный поворот событий. Не правда ли, сенатор? Теперь нам придется пересмотреть всю тактику допроса. Но почему же? Видите ли, друг, мое положение изменилось в тот момент, когда Раферти согласился давать показания. В конце концов, он первый профсоюзный деятель, изъявивший такое желание. И я полагаю, что мы должны пойти ему навстречу. И сосредоточить внимание именно на конкретных фактах практической деятельности профсоюзов. Я не понимаю, к чему вы клоните. По-моему, не весь материал имеет смысл использовать. Например, было бы напрасной тратой времени интересоваться связями свидетеля с различными бизнесменами, промышленниками, все-таки наш главный объект деятельности профсоюза. Ну, разумеется, сенатор.
Разумеется. Извините, сенатор, но я не понимаю, почему вы должны спускать следствие на тормозах, отказываясь выяснить отношения Раферти с бизнесменами. Но никто этого не предлагает. В таком случае я удаляюсь в зал. Я полностью согласен с нашим юрисконсультом. Вопрос отношения Раферти к бизнесменам и промышленникам не может быть для нас безразличным. Дорогой Эльсон, я знаю, вы доверяете мне как председателю комиссии, как вашему старинному коллеге. Но, разумеется, мы займемся всеми сторонами деятельности этого профсоюзного лидера. Да-да, я не сомневаюсь в вашей объективности. Этот ваш Эймс очень не глуп. Но ведь вы знаете, почему он лезет из кожи. Ни для кого не секрет, что он в нашем штате собирается баллотироваться. Не то в конгрессмены, не то в губернаторы. Ему нужна реклама, популярность борца за правду. У каждого свои мотивы, мой друг. Свои мотивы. Послушай, что тебе скажет старый Фаро. Ты отличный работник, Филипп. Лучшего секретаря-казначея наш союз никогда не имел и не будет иметь. И все-таки. Теперь, когда мне надо уходить, надо, ты же понимаешь. Когда я сказал им, что не дам показаний, я понимал, что ставлю точку. Ну, понимал. Да и пора уж. Слишком много неприятностей. Да, что я хотел. Какой ты не есть распрекрасный работник, президентом союза тебе не быть. Не тебя я рекомендую съезду. Ну, пойми, Филипп, ты же никогда не водил грузовой машины, не вкалывал грузчиком, крановщиком. Да, знаю, ты всегда работал как лошадь. Но не это имеет значение. Про меня говорят, Фаро теперь миллионер. Что верно, то верно. Но посмотри вот на эти руки. Никто не посчитал, сколько тысяч тонн они переворочили, когда я был молодым. А члены нашего профсоюза знают это. И выберут они только такого, как я. Я и не подозревал, что президента союза выбирают. Но зачем же так, Филипп? Выбирают. Выбирают делегатов. Да. Да-да. Которыми ты голосуешь. И которыми ты распоряжаешься. Верно. Распоряжаюсь. И буду распоряжаться. До тех пор, пока вместо меня не изберут того, кого я пожелаю. Скажите, свидетель, эта фирма, в которой, по вашим словам, 75% акций принадлежит вашей супруге, я имею в виду фирму МД. Так вот, пользуется ли она трудовыми услугами членов профсоюза? Я не могу ответить на ваш вопрос. Почему, мистер Раферти, фирма ведь принадлежит вашей жене? Что за фирма, мамочка? Ну и что же? Не хотите ли вы сказать, что вам не... Да, именно это я хочу сказать. В таком случае, может быть, мне следует обратиться по этому вопросу к вашей супруге. Миссис Раферти лишь владеет акциями. Могу вас заверить, она не имеет никакого представления о делах фирмы. Я полагаю, там должен быть управляющий? Управляющий есть. Некий Стивен Дегенни. Вы с ним знакомы? Конечно. Это брат моей жены. Совершенно справедливо. Именно это мне и хотелось, чтобы вы подтвердили. Скажите, свидетель, вас, как профсоюзного деятеля, не беспокоит тот факт, а он установлен документально, что среди рабочих и служащих фирмы МД нет членов профсоюза? Как человек, преданный делу профсоюза, я хотел, чтобы во всех фирмах работали только члены профсоюза. Прекрасный ответ, мистер Раферти.
Я надеюсь, вы согласитесь, что фирму, которая уклоняется от приема членов профсоюза, следует рассматривать как штрейхбрехерскую. Разумеется, с ваших позиций профсоюзного деятеля. Безусловно. Так почему же вы не приняли никаких мер для того, чтобы в фирме вашей жены работали члены профсоюза? Как вы мне это объясните? Позвольте теперь и мне, господин юрисконсульт, задать вопрос. Известно ли вам, в какой части Соединенных Штатов расположен город Сиэтл, там, где находится фирма MD Company? Штат Вашингтон. Вот. А профсоюз, в котором я имею честь работать и бороться за права рабочих, находится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Я хотел вам просто объяснить, что профсоюзы Сиэтла нам не подчиняются и, следовательно, в мою юрисдикцию не входят. Этот тайм он выиграл. Ну, спасибо. Благодарю, мисс Марта. Еще раз спасибо. И далеко тебе идти? Я спрашиваю, тебе далеко идти? У тебя что ж и дома своего нет? Нет, ночью ты никуда не пойдешь. Марта, проводи-ка его наверх. Может, понравится ему комната Стива. Нет, мне платить сейчас нечем. День. Комнату ты все же посмотри. Поступишь на работу, сочтемся. Комната, конечно, маленькая. Но... А кто это, Стив? Брат. Он служит на флоте. Вот его комната. Белье я сейчас принесу. Вам не понравилась комната? Мне кажется, я вытащил сегодня счастливый билет. Да? Здравствуй. Я очень рада. Прекрасно. Хорошо. Кто звонил? Энн! Что с тобой, девочка? Ты же слышала, я спросила, кто звонил. Бат Эббот. У него новая машина, он собирается покататься и через полчаса заедет за мной. Мне трудно тебя понять, Энн. Ты же сама рассказывала, как он приставал к тебе и все такое, и что вообще он тебе неприятен. И после этого... Неужели больше не с кем встречаться? А с кем? Кого из порядочных ребят я могу пригласить в наш дом? Мне стыдно. Мы будто нищие. Я вообще не понимаю, кто мы. Ты сама готовишь и стираешь на всех. А оказывается, есть какая-то фирма, акции, огромные доходы. Я теперь понимаю, почему папа так редко бывает дома. Что ты плетешь, девочка? Да я вообще не удивлюсь, если он у нас перестанет появляться. Замолчи! Прости меня. Прости меня. Ради Бога, прости.
Так что будем делать, парень? Можете назвать сумму доходов фирмы MD Company за прошлый год? Нет, не могу. А приблизительно? Видите ли, мне не хочется быть неточным, но помнится, фирма имела некоторую прибыль. Это все, что вы мне можете сказать? В общем, да. Хорошо, теперь ответьте мне на следующий вопрос. Ваша жена вам доверяет? Господин председатель! Я снимаю последний вопрос. По данным бухгалтерии, миссис Раферти, ваша супруга, уплатила за свой пакет акций фирмы MD $6000. А от чистого дохода эти акции принесли вам, простите, вашей супруге, $150000. 6000 принесли за 5 лет $150000. Вас это не удивляет? Что вы, наоборот, радует? Теперь скажите, знакома ли вам фирма под названием Continental Harvester Company? Да, знакома. Имеет ли профсоюз транспортных рабочих договор с этой фирмой? Имеет. Кто вел переговоры с фирмой? Комиссия, представляющая. И вы были ее председателем? Да. Скажите, в каких отношениях фирма Continental находится с фирмой MD, принадлежащей вашей супруге? MD, насколько я знаю, работает на фирму Continental, выполняя некоторые услуги по перевозке, доставке. Совершенно верно. Но вернемся к этому договору, который вы, как профсоюзный деятель, заключили с фирмой Continental. Из документов видно, что договор перезаключался 3 раза за 6 лет. Возможно. И все эти 3 раза без каких-либо изменений в пользу членов профсоюза. Разве так бывает? Ну, а почему же нет? Если рабочие получают все, что они должны получать, если нет никаких жалоб... Видите ли, Раферти, меня несколько смущает одно обстоятельство. Вот вы не отрицаете, что вели переговоры о перезаключении трудового договора между членами вашего профсоюза и фирмой «Континенталь». И вели их от имени профсоюза, не так ли? А в это же время вы фактически владелец MD Company, который, я вижу это из документов, имеет постоянные деловые отношения с этой самой «Континенталь». Что же получается? Я не являюсь владельцем фирмы. Хорошо, хорошо. Я имею в виду фирму, принадлежащую вашей жене. Очевидно, вы полагаете, что и при подобных обстоятельствах можете добросовестно выполнять и представлять членов вашего профсоюза. Безусловно. Что же получается, мистер Раферти? Тут ведь сталкиваются ваши интересы, как... профсоюзного функционера, с вашими же интересами, как бизнесмена. Извините, господин конгрессмен, но я должен сказать, что такая постановка вопроса сама по себе неверна. Да, я работник профессионального союза, и, конечно, превыше всего для меня интересы членов союза. Но я не питаю вражды к бизнесменам. Я отношусь к ним с пониманием. Как деятель профдвижения, я считаю, что предприниматели и рабочие, я в этом глубоко убежден, должны больше понимать друг друга. И вместе трудиться на благо нашей великой страны. Это отлично сказано. Благодарю вас, мистер Раферти, благодарю. Мистер Раферти, у меня здесь около 20 чеков на сумму от 5 до $10000.
Они выданы в банках Нью-Йорка, Сан-Франциско, Майами, Лос-Анджелеса на имя Джека Кэрол Раффорти в течение последних 3 лет. Выдал их и подписал Хэн Босуорт. По всем чекам деньги вами получены. Вручаете документы свидетелю для ознакомления. Пожалуйста. Раферти тянет время. Это называется взять тайм-аут. Ничего себе, петух, сказала курочка, когда ее переехал грузовик. Ну, что будем делать? Чеки твои, Джек. Чеки мне известны. Эти документы приобщаются к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Прошу. Только что предъявленные вам чеки на общую сумму 132 тысячи долларов, выданы мистером Босуортом и полностью вами получены. Теперь объясните, кто такой мистер Босуорт? Хэдден Босуорт, несомненно, хорошо известен комиссии. Не далее, как на прошлой неделе, вы его здесь допрашивали. Отвечайте на вопрос, свидетель. Хэдден Босуорт – страховой маклер и бизнесмен. По договору с профсоюзом транспортных рабочих, в его ведении были переданы средства, ассигнованные на культурно-бытовое и пенсионное обслуживание членов союза. Это понятно. Ну да, это обычная практика, маклерская фирма. Берет наши деньги, находит им применение и пускает их в оборот. А что собой представляют чеки, выданные вам мистером Босуортом? Хэдден Босуорт время от времени сужал меня деньгами. Зачем же? Зачем же мистеру Босуорту понадобилось одалживать вам свыше 100 тысяч долларов? Очевидно, я нуждался в деньгах. Для тех или иных надобностей. Для тех или иных. Это не совсем ясно. Ну, возможно, деньги были мне нужны для начинаний делового характера. Расскажите, что это были за начинания делового характера? Для примера хотя бы. Признаться, я не сумею сейчас припомнить. Скажите, фирма 300 & Company входила в круг этих деловых начинаний? В известной мере это так. А чем занималась эта фирма? Разведкой нефти. Ну и как, успешно? Я бы не сказал. Нефтью там не пахло. Сочувствую вам. Кто был вашим компаньоном по фирме? Хэдден Босуорт. Хэдден Босуорт. Босуорт был также вашим компаньоном в фирме, которая занималась эксплуатацией ипподромов. Да. В какие предприятия вы еще вкладывали деньги, данные вам Босуортом? Как вы говорите, взаймы. Поль! Чек? Неужели я? Поль, я пришел не для того, чтобы причинить тебе какую-нибудь неприятность, ты должен это знать. Поль. Джек. Столько лет прошло. Успокойся, Поль, успокойся. Я могу называть тебя Хен, если это тебе приятнее. Неудобно сразу, но я привыкну. Хорошо звучит. Хэдден Босуорт. Хэдден Босуорт. Это имя немало значит у вас на Уолл-стрите. Я давно слежу за твоими успехами и пришел к тебе по старой дружбе. Поль. Хэдден. Я понимаю, у тебя были веские причины для того, чтобы изменить имя и фамилию. Но меня это не касается. Хотя вру. Разбирает любопытство. Как это получается, такой вот Хэдден Босуорт? Присядем. И ты здорово выдвинулся, Чек. Не раз приходилось читать в газетах, что Джек Раферти
Один из лидеров нашего профсоюзного движения. Газетчики преувеличивают. В общем, я рад тебя видеть. Я рад тебя видеть. Рад, что у тебя все хорошо. Ведь в некотором роде ты мой воспитанник. Я не забыл этого, Поля. Помнишь, как ты защищал меня в драках? Самого учил драться, помнишь? Ну, этому искусству, брат, тебя долго учить не пришлось. Вообще учил. Жить, как выжить. Да, еще там и усваивали. Хочешь преуспеть? Не щади никого в драке. Ну и себя не жди пощады. Что же касается меня, Джек, могу сказать, мне повезло. Правда, я не сидел сложа руки. Помнишь, еще тогда мне было трудно тащить от учебников. Потом я устроился в Сан-Франциско на ночную работу в пекарню. А днем грыз учебники в средней школе. Через год получил свидетельство, уехал в Канаду. Там опять ночная работа, где придется. А днем университет. Даже во время летних каникул ночью работал в прачечной. А днем счетоводом. Так мне удалось не только окончить университет, но накопить огромную тогда для меня сумму денег. Почти 1500 долларов. Джек, университетский диплом и 1500 монет. Это достаточно, если хочешь добиться успеха, как хотел я. Но для жизни, которую я себе выбрал, никуда не годилось мое прошлое. С именем Поль Кук. Ты знаешь, почему, Джек. И вот тогда из Монреаля выехал Поль Кук, а в Нью-Йорк прибыл Энн Босворт. И вот прошли годы. Этот Босворт стоит во главе преуспевающей фирмы. У него жена из семьи известного финансового аристократа. У него дети, которых он любит, и которые воспитываются в лучших колледжах страны. Ну вот и все, Джек. Ну а теперь давай на чистоту. Зачем явился? Видишь ли, Поль, мне давно действительно хотелось возобновить нашу дружбу. Я давно уже по фотографиям в газетах узнал, что Босворт — это ты. Просто я не был уверен, приятно ли тебе будет вспоминать прошлое. И ты решил выяснить это? Я тебе кое-что скажу, а ты сам сообрази. Ты занимаешься здесь операциями по страхованию. А я в Лос-Анджелесе распоряжаюсь всеми средствами профсоюза, свыше 1,5 миллиона долларов. Есть еще пенсионный фонд. Вот и прикинь, может быть, мы будем полезны друг другу? Хэдден Босворт. Скажите, мистер Раферти, вы вернули Босворту деньги, которые вы взяли, по вашим словам, у него взаймы? Конечно. Но почему же комиссия не обнаружила никаких банковских документов, подтверждающих, что вы перевели на имя Босворта какую-либо сумму? Я не пользовался услугами банков. Каким же способом вы возвращали Босворту деньги? Наличными. А как вы учитывали эти платежи? Мысленно, в голове. В таком случае, я прошу объяснить комиссии, каким образом вам удавалось вести учет платежей свыше 100 тысяч долларов мысленно?
Будь осторожен, Джек, он старается вывести тебя из терпения. Черт, с два ему это удастся. Дело в том, что, занимая деньги, я никогда не забываю о своих долгах. Мне нравится расплачиваться наличными, и, по-моему, в этом нет ничего незаконного. Ну, разумеется. Однако в бухгалтерских книгах Боссуорта нет никаких следов этих операций. И я думаю, что если у вас есть какие-либо доказательства того, что вы эти деньги вернули Боссуорту, то теперь самое время об этом рассказать комиссии. А я полагаю, что вполне достаточно моего слова. И слова самого Боссуорта. Ведь он подтвердил это на прошлой неделе, когда давал здесь свои показания. Значит, доказательств нет. Но теперь скажите, занимал ли мистер Боссуорт деньги у Лос-Анджелесского комитета профсоюза? И не вы ли тот функционер, который устроил ему этот заем? Нет, ни один функционер не имеет права решать подобные вопросы. Деньги были выданы финансовой комиссии. Но членов комиссии назначали вы? Да, конечно. Значит, мистер Боссуорт одной рукой брал деньги взаймы у комитета профсоюза, в котором вы председатель, а другой отдавал их вам, и при этом нет никаких доказательств, что вы ему хотя бы $1 вернули. Бездоказательно. И намеки подобного рода недопустимы. Скажите, мистер Боссуорт погасил свой долг профсоюзному комитету? Нет, по-моему, нет. А чем он гарантировал выплату займа? Что он внес в залог? Если я не ошибаюсь, какие-то акции и облигации. А вам известно, что эти акции и облигации превратились в простые бумажки? Что фирмы, их выпускавшие, обанкротились? И что сам Боссуорт не платежеспособен? Боссуорт банкрот. Я на краю. Фирма 300 Антифодрома обанкротились. По твоему совету, я вложил в них кучу денег. Если уж говорить о советах, ты сам должен знать, во что вкладывать деньги. Я ведь не специалист в вопросах финансов. Не спорю. Я не спорю, Джек, но если ты мне не поможешь, все кончится для меня катастрофой. Я помогу тебе, Хедн. Помни, Джек, что мы с тобой друзья с детства. Я никогда этого не забываю, Поль. Верю тебе, Джек. Я хочу верить тебе. Ты поможешь, Джек. Ну, хорошо. Давайте от вопроса о займе, который получил Боссуорт, вернемся к вопросу о займе, который получили вы у Боссуорта. Независимо от того, вернули вы эти деньги Боссуорту или нет. Я протестую. Почему юрисконсульт комиссии позволяет себе... Мистер Эймс не имел в виду ничего оскорбительного. Прошу вас, продолжайте. Не кажется ли вам, мистер Раферти, весьма странным, что бизнесмен дает взаймы огромную сумму, свыше $100 000, и не требует ни их обеспечения, ни процентов? Комиссии известно, что в прошлом мне не раз приходилось занимать деньги у близких мне людей, у моих давних друзей. Но, выступая перед комиссией, мистер Боссуорт заявил, что ваше знакомство носит случайный и чисто деловой характер. И что познакомились вы всего несколько лет тому назад. Я не интересовался, что сказал или не сказал о наших отношениях Хедн Боссуорт. Я лишь сказал, что обычно занимаю деньги у близких мне людей. И мистер Боссуорт? В их числе. Я должен прервать заседание. Меня известили, что в Сенате сейчас начинается голосование. Объявляю перерыв, чтобы сенаторы и члены комиссии могли исполнить свои обязанности. Thank you.
Ну, хорошо, хорошо, закажи, что хочешь. Я не голоден, у меня только содовый и льда. Виски у нас еще есть? Есть, и порядочно. Да, предупреди телефонистку на коммутаторе, будь она проклята, чтобы она ни с кем меня не соединяла, я ни с кем не хочу разговаривать. Это касается абсолютно всех. Слушай, Джек, это меня, конечно, не касается, но звонила твоя жена. Это я не вам. Звонила твоя жена и просила, чтобы ты обязательно ей позвонил. Я ничего не могу ей сказать. Никому ничего не могу сказать. Хочу полежать и подумать. Я бы на твоем месте все-таки кое с кем поговорил. Я понимаю, почему ты не хочешь говорить с Фаричетти. Но сын Фарроу, старик волнуется. Ты бы позвонил ему и в двух словах хотя бы объяснил, что собираешься делать дальше. Черт бы тебя побрал, Морт. Откуда я знаю, что мне придется сказать или сделать? Ты же видишь, мне приходится ориентироваться на ходу. Ну, хорошо, хорошо, допустим. А, Джек, что ты будешь делать, если тебя начнут задавать вопросы, на которые ты не сумеешь ответить? Вопросов, на которые я не мог бы ответить, не существует. Пойми, Морт, своей башкой. Я начал давать показания, потому что хочу содействовать работе комиссии. Остынь. Остынь, Джек. Ты не перед сенаторами. Уж это понимает всякий. Ты хочешь сесть на место старика Сэма Фарроу, и именно поэтому ты не мог отказаться давать показания. Ну и что? Ну, а если это даже и так? Ну и что? Ну и что? А ты понимаешь, что своими показаниями ты можешь потопить многих, в том числе и друзей? А как же иначе? Конечно, кое-кто может и пострадать. Я и сам могу пострадать. Но я иду на риск. Бусуорт тоже рисковал, когда получал от меня деньги на большие сделки. Но он хотел сорвать куш. А теперь он вылетел в трубу. Но ты хоть убей, я не чувствую вины ни перед ним, ни перед кем другим. Ты говоришь, позвони тому, позвони другому. А почему я должен кого-то успокаивать? Мне некогда беспокоиться о других. У меня своих забот хватает. Ты заказ сделал? Закажи содовую. Льда побольше. Слышь, Джек, а ведь Босуорт не захотел тебя топить. Он клятвенно подтвердил, что ты вернул ему эти 130 тысяч. Ты что, не соображаешь? И этому человеку я плачу 1000 в день. Ты же адвокат, должен понять. Стоило бы Суорту признаться, что я не вернул ему этих денег, и все. Он говорит по статье о взятках. Пожалуйста, сэндвичей, содовой и льда побольше. Да-да. Дорогой Морт, перестань беспокоиться. Все в порядке, можешь мне поверить. Идет драка. Нужны крепкие нервы. Все это я понимаю. А что, если в этой драке от тебя достается
не только врагам твоим, но и друзьям. Ну и что? Разве на улице среди прохожих не бывает жертв? Невинных жертв. Мистер Раферти, до перерыва вы говорили, что занимали деньги у своих близких друзей, и что мистер Босуорт входит в их число. Не могли бы вы ответить на вопрос, считаете ли вы деловое знакомство в 3-4 года, я имею в виду показания самого Босуорта, достаточным, чтобы говорить о близкой дружбе? Комиссия ждет ответа. Слушайте, ну какое вам дело до наших отношений? У комиссии есть основания интересоваться ими. Прошу ответить. Ну что ж, я скажу, я знаю Хедна Босуорта более 30 лет. Как вы знаете мистера Босуорта более 30 лет? Но неделю тому назад мистер Босуорт показал, что речь может идти только о 3-4 годах. Я отвечаю только за свои показания. Вы вызвали меня сюда вопреки моему желанию. И связанной присягой, хочу я этого или не хочу, но я обязан говорить правду. Должны ли мы сделать вывод, что ваши отношения с Босуортом носят не только деловой характер? Объясните комиссии, в чем сущность и как складывались эти отношения? Сенатор, юрисконсульт комиссии требует, чтобы я рассказал о наших отношениях с Хедном Босуортом. Но это не может быть существенным для расследования, которое ведет уважаемая комиссия. Я уже сказал, мы с Босуортом старые друзья. Дальнейшие уточнения не могут повредить мне, но могут повредить другим. А я этого ни в коем случае не хотел бы. Только поэтому я прошу вас. Свидетель, всего лишь неделю назад мистер Босуорт показал, что вы знакомы не более 3-4 лет. Следовательно, либо вы, либо мистер Босуорт лжесвидетельствует. В связи с этим комиссия обязана выяснить все до конца. Я снова прошу свидетеля объяснить характер его отношений с мистером Босуортом. В детстве мы вместе с ним воспитывались в сиротском приюте Святой Терезы в Сан-Диего. Уж не хотите ли вы сказать, что Хедн Босуорт был в колонии для несовершеннолетних преступников? Вместе с вами? Да, сэр. Это так. Именно вместе со мной. Только тогда его звали не Хедн Босуорт, а Поль Кук. Да. Это все. Простите, сегодня уже 3 раза звонила ваша супруга. Миссис Босуорт говорит, что ей нужно сообщить вам что-то важное. Свяжитесь, миссис Босуорт, и передайте, чтобы к обеду меня не ждала. Скажите также, что я просил не беспокоиться.
Было еще несколько звонков. Вам сообщить, кто и зачем звонил? Не нужно. Вы свободны, я еще поработаю. Хорошо, мистер Боссуэрт. Спасибо, миссис Драйден, до свидания. До свидания. Отключите телефон. Я не хочу, чтобы мне мешали. Хорошо. Я знаю Хедна Боссуэрта. Знаю его семью. Боссуэрт хорошо известен как бизнесмен и как человек безупречной репутации, безупречного воспитания. Пусть у него сейчас затруднения, я это знаю. Но то, что вы говорите, как вы сказали, было его имя? Поль Кук. Я уже назвал это имя. Зачем? Зачем это было ему нужно? Я не отвечу на этот вопрос. Он касается не меня, а другого человека. И я не обязан. А я требую, чтобы свидетель ответил. Я не верю ни одному его слову, но я требую, чтобы он объяснил. Я уже сказал, что я не могу этого сделать. Свидетель, я напоминаю вам об ответственности за отказ от сотрудничества с Объединенной комиссией Конгресса. Вам предлагается ответить на вопрос. Это трагедия, господа. Это должно было бы остаться тайной. Я с тяжелым сердцем подчиняюсь вашему требованию. Поль Кук изменил имя и фамилию по той же причине, которая привела его в приют Святой Терезы. Это трагедия, господа. Не надо, Джек. Не надо. Говорите! Когда Полю было 12 лет, его отец убил свою жену, мать Поля, и был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Когда Полю было 12 лет, его отец убил свою жену, мать Поля, и был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Роберт, повторите еще раз то, что вы сказали. Повторяю.